О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. Проверить всех в кабмине спасателям разрешили проводить инспекции в торговых центрах. С назначением ВНПК выбрали нового руководителя. Кто теперь за декларации отвечать будет? Чего боится Белый дом? Почему в Америке продлили режим чрезвычайной ситуации? За год до выхода готова ли Британия покинуть ЕС и чем процесс Брекзита усложнился? Повышения цены на газ не будет. Тарифы пересмотрят не раньше июня этого года. Такое решение сегодня приняли на заседании Кабмина. Изменить расценки должны были еще летом 2017-го, но отложили до переговоров с МВФ. Поэтому, по крайней мере, до июня цена останется на нынешнем уровне почти 5000 гривен за 1000 кубометров. О чем еще сегодня говорили на заседании правительства, знает Александр Васильченко. Заседание Кабмина началось со слов сочувствия. Владимир Гройсман выразил соболезнования родным погибших во время пожара в Кемерово. Глава правительства провел аналогию с прошлогодней трагедией в детском лагере «Виктория» в Одессе и дал поручение проверить школы, детсады, больницы, магазины и все места скопления людей на предмет пожарной безопасности. Я зараз всех попереджаю сделать самоперевірки своих закладов и сделать все для того, чтобы был соответствующий уровень безопасности. Нам треба звернути увагу на засоби пожежогасіння, пожежні сигналізації в закладах освіти, охорони здоров'я. Особлива увага – дитячі садочки. Мені не потрібні ваші штрафи, мені потрібна безпека людей. Говорили на заседании и о ратификации договора о зоне свободной торговли с Израилем. В Кабмине утверждают, для украинского экспорта предусмотрены выгодные условия. Ми інтенсивно проводили в 2017 році роботу щодо завершення переговорів про зону вільної торгівлі з державою Ізраїль, з якою ми вже сьогодні торгуємо майже 800 мільйонів доларів. Це без угоди. Сьогодні такі перемовини завершились. Представители переговорной группы обнародовали статистику. Только за прошлый год израильский импорт превысил 70 миллиардов долларов. Соглашение охватывает несколько экономических направлений. Ця угода відкриває нові можливості і дає конкурентні переваги українським виробникам і експортерам на ринку Ізраїлю. Наприклад, угода передбачає негайне відкриття ринку Ізраїлю на 80% промислової продукції. Большую часть заседания министры посвятили рассмотрению медреформы. Уже со 2 апреля украинцы смогут выбирать семейного врача. Торопиться не советуют. За дополнительной информацией предлагают обращаться на правительственную горячую линию. Тем, кто определился, необходимо будет подписать декларацию, то есть договор о предоставлении медуслуг. Тоді з липня гроші з ваших податків підуть до лікаря, якому ви довірили своє здоров'я. Вибирати лікаря можна у будь-якому закладі, незалежно від місця прописки. Следить за качеством медуслуг теперь будет Национальная служба здоровья. Сегодня Кабмин утвердил главу ведомства. Им стал замгендиректора одной из частных клиник столицы Олег Петренко. Он пообещал в течение 3 дней официально зарегистрировать структуру. Служба будет обеспечивать гарантированный державою пакет медичної допомоги и лікарських засобів. Тобто вперше кожен громадянин України буде знати, який об'єм допомоги, які види послуг, в якому об'ємі, які лікарські засоби на амбулаторному етапі можуть гарантуватися державою безкоштовно. В Кабміні не исключают, уже в июле медучреждения первичной помощи получат средства за оплату медицинских услуг. По принципу «деньги следуют за пациентом». Александр Васильченко, Сергей Ведмить, Владимир Самченко. Подробности телеканал «Интер». Заседали сегодня и в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции. Главный вопрос повестки дня – назначение нового руководителя НПК. Им стал член агентства Александр Мангул. Как проходило заседание и какие еще обсуждали вопросы, узнаем у Богдана Вербицкого. Ее время вышло. Глава НПК Наталья Корчак подала в отставку. Искала повноваження главы Национального агентства с питань запобігання коррупции. Кого же назначить на место Корчак? Главный вопрос на повестке дня. Уже бывшая глава сама выдвинула кандидатуру на должность руководителя НПК. Поставить на голосование кандидатуру члена Национального агентства Александра Анатольевича Мангула.
Кандидатуру поддержали единогласно. Сам Мангул членом агентства стал в январе этого года, заняв одно из мест уволенных Рябошапка и Радецкого. Успел поработать в Минэкономике, а с мая 2015 до февраля 2018 занимал должность главы Мелитопольской райгосадминистрации. При этом новый глава НПК заявляет, что он политически не заангажирован. З Петром Порошенком ми не знайомі, не спілкувався. Єдині зустрічі були, коли я працював в Міністерстві економіки, пан Порошенко був міністром. И были спильные заходы. Сразу после назначения Александр Мангул обещает встретиться с представителями общественных организаций и обсудить проблемы электронного декларирования. А их, по мнению активистов, хватает. Это, конечно, понятие нової антикоррупционной стратегии. Ты должен запрацювати повноцінний реестр электронной декларации и не просто запрацювати реестр. Має бути зроблений его аудит. С 1 квітня в базе будет понад 2,5 миллиона декларацій. А перевірено наразі и проводится вибірка по набагато меншій кількості. Це дійсно є проблема. Я хочу поінформувати про те, що ми десь через місяць, наприкінці квітня, очікуємо доопрацьований ПРООН модуль, який нам дозволить протестувати публічну частину 1,5 мільйона декларацій, поданих за 2016 рік. Параллельно мы решаем питання щодо доступу до реєстрів. Не обошли стороной вопрос премий. По словам уже бывшего главы Натальи Корчак, с 2017 года сотрудникам агентства доплаты в размере 200% должностного оклада уже не начисляли. Национальное агентство проверяло Рахункова палата. И не было порушения бюджетного законодательства. Не было порушено процесс нарахования премий. На заседание агентства выбрали заместителя главы НПК. Им стал Станислав Патюк. Кроме этого, говорили об электронном декларировании общественных активистов. Новый руководитель НПК обещал обсудить этот вопрос. Богдан Вербицкий, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. Получил ручку от общественной организации «Задекларируй». Парламент так и не смог отменить скандальные поправки к закону о борьбе с коррупцией, как того требует Евросоюз. Да и времени уже нет. 1 апреля – крайний срок подачи декларации для активистов-антикоррупционеров. Отчитаться о доходах должны все, кто сотрудничал с общественниками, участники тренингов, арендодатели и даже уборщицы, продолжат наши корреспонденты. Электронный реестр зависает, выдает ошибку, но все же запускается. Декларации активистов ничем не отличаются от финансовых отчетов госслужащих. Общественники говорят, в первую очередь необходимо установить критерии антикоррупционной деятельности и закрепить их в законе. Ведь пока нет четкого определения, невозможно точно сказать, кто именно должен отчитываться о доходах. Тут можно навести ряд власне тез. По-перше, в законодавстві ніде не прописано, що таке антикорупційна організація, антикорупційна діяльність або антикорупційне навчання. Відповідно, якщо навіть хтось захоче притягнути до відповідальності мене за неподачу електронної декларації через те, що я антикорупційний активіст, в суді всі ці докази вони просто розіб'ються, тому що немає законодавчого визначення. Активисты называют декларирование местью. Предполагалось, что оно станет способом контроля за доходами чиновников, которые получают деньги из госбюджета. Общественные организации же финансируют международные партнеры. Да и отчитываться активистам уже есть перед кем. Активисты уже подают несколько видов отчетностей в различные правоохранительные органы. Активисты проходят независимый аудит, в отличие от того же Национального агентства по предотвращению коррупции, Генеральной прокуратуры Украины или Службы безопасности Украины. Активисты не могут даже иметь доступа к бюджетным деньгам. Но отчитываться о доходах будут не только общественники. Декларации должны подать все, кто сотрудничал с гражданскими организациями, получал бесплатные учебные материалы во время тренингов, канцелярские принадлежности, компенсацию за жилье, проезд и питание. В список входят даже поставщики различных услуг, говорится в разъяснениях к закону от НПК. Это положение охватывает в частности физических лиц, оказывающих услуги, выполняющих работы, поставляющих товары, которые прямо не имеют отношения к предотвращению или противодействию коррупции. Например, услуги по уборке, поставке продуктов питания или канцелярских принадлежностей. 1 апреля подать свои декларации о доходах должны и все украинские госслужащие. НПК просто не сможет проверить такое количество документов. Элементарно нет ресурсов, ведь автоматическую проверку не запустили, а людей в нацагентстве не хватает.
По-перше, не вистачає людського ресурсу, тому що велике навантаження досить і велика відповідальність досить. Фактически, точку невозврата уже прошли. Даже если после 1 апреля парламент все-таки найдет голоса, чтобы отменить е-декларирование для антикоррупционеров, каждому активисту, который не подал отчет в НПК, грозит штраф от 51 тысячи гривен уже постфактум. Ксения Барвиненко, Алексей Шматов, Даниэль Косаковский. Подробности, телеканал Интер. Украина не выполняет обещаний. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан. Все из-за того, что до 1 апреля общественные активисты, которые работают в сфере противодействия коррупции, должны заполнить электронные декларации. Брюссель не раз требовал от украинских властей отменить эту норму. По словам Хана, она противоречит европейским устремлениям Киева. Отменить декларирование для общественных активистов требуют и некоторые украинские политсилы. Батьківщина предлагает созвать для этого внеочередное заседание парламента. Лидер партии Юлия Тимошенко считает, что эта норма станет инструментом репрессий и поводом для возбуждения уголовных дел против антикоррупционеров. По ее словам, последний шанс вовремя исправить ситуацию будет у парламента в пятницу, 30 марта. Однако на согласительном совете большинство фракций выступили за то, чтобы решать этот вопрос уже на следующей неделе. Сьогодні всі фракції, крім самопомощі і батьківщини, відмовилися в п'ятницю скликати позачергове засідання і припинити це насилля над громадянським суспільством і над громадськими активістами. І тепер у нас залишається лише одна опція – це вівторок першим питанням розглянути скасування цього недопустимого для громадянського суспільства закону. І друге – це декриміналізація всіх дій, які як би то в лапках незаконно зробили громадські активісти. Отменить электронное декларирование для антикоррупционеров требует от Верховной Рады президент. Петр Порошенко призвал депутатов прислушаться к аргументам гражданского общества, ведь они совпадают не только с его позицией, но и с мнением зарубежных партнеров нашей страны. Антикоррупционеры же говорят, что нужно не распыляться, а сконцентрироваться на одном направлении и более тщательно проверять доходы и расходы политиков и чиновников. Например, нардепа Вадима Рабиновича. Он известен не только двойным гражданством, но и роскошным образом жизни, который никак не отображается в его декларации. Подробности в материале. 19 тысяч евро. Столько может позволить себе потратить на перелет в Женеву украинский депутат Вадим Рабинович. А на билет назад народный избранник потратил уже целых 24 тысячи. Летать на отдых в Вену обычными самолетами – это для слабаков. В начале марта Вадим Рабинович добрался туда по элитному. Он арендовал чартер с номером 9HGGF, принадлежащий офшорной компании на Мальте. Базируется самолет в российском аэропорту Внуково. Стоимость одного полета – около 650 тысяч гривен. Поскольку Рабинович забронировал самолет на 4 дня, общая сумма за услуги обошлась ему минимум в 2,5 миллиона гривен. Удивительно, но наличие таких средств никак не отображается в декларации парламентария. Как и то, откуда у него деньги на аренду виллы под Киевом стоимостью 400 тысяч гривен в месяц. Уже несколько месяцев антикоррупционные органы занимаются проверкой по запросу журналистов и народных депутатов. Откуда у Рабиновича деньги на такую роскошную жизнь? Но пока ответов не было. Возможно, с приходом нового главы НПК будут правильно расставлены приоритеты. Левые политсилы заявили об объединении. Первое заседание прошло в Днепре. Собралось около 300 человек. Это представители профсоюзов, общественных организаций, члены политических партий, которые исповедуют идеологию левых сил. Что решили, узнаете из следующего материала. В Днепр съехались делегаты со всей области. В зале около 300 человек. Рабочие, общественники, политики. Обсуждают, что делать дальше. Мы начинаем такой объединяющий рух профспілок, громадських організацій, разом із лівими силами, я не говорю лівими партіями, лівими силами, які, в тому числі, для того, щоб розпочати з Дніпропетровський всеукраїнський рух за соціальну справедливість, за гідне життя, за гідну оплату праці. Объединяются ради улучшения уровня жизни людей и соблюдения прав трудящихся. Собравшиеся уверены, дальше так жить невозможно.
зарплаты, пенсии, которые сейчас просто невозможны для того, чтобы нормально существовать любым людям. Тут много пенсионеров будут, тут много профсоюзов. Профсоюзы не слышат. Закон о профсоюзах и КЗОТ потеряли свою силу и возможность регулировать взаимоотношения. Сейчас, в настоящее время, очень сильно администрация, по крайней мере, ArcelorMittal и других предприятий нарушает права работников. Нарушается право на безопасность труда. По словам нардепа и лидера социалистической партии Сергея Каплина, результатом объединения левых сил должно стать объединение страны, соблюдение Конституции и проведение реальных реформ, которые помогут поднять экономику Украины. Наша задача сегодня – подготовиться к 1 мая, где будет окончательно выдвинут кандидат в президенты от всех левых и будет представлена целая книга, целая наша детальная подробная программа борьбы за новые рабочие места, за достойную зарплату, достойную пенсию и мир над нашей головой. Наша задача сегодня – построить уже региональные органы и обязательно добиться, чтобы в нашей стране появилась новая сила. Нынешняя конференция объединенных левых сил не последняя. Подобное проведут также в столице, Полтаве и других областных центрах. А до 1 мая обещают представить программу реформ, рассчитанную на 20 лет. Андрей Кравец, Вячеслав Никифоров. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Украинские политзаключенные в РФ получат статус заложников так называемой ОРДЛО. Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко. По ее словам, законопроект о правовом статусе заложников уже зарегистрирован в парламенте. Соавтор документа заявила, что если закон вступит в силу, политзаключенные смогут получить льготы. В частности, социальное жилье и единоразовые выплаты. И добавила, дезертиры и лица, которые замешаны в сотрудничестве с оккупантами, статуса заложников будут лишены. 24 обстрела с начала суток. Боевики продолжают игнорировать режим тишины на Донбассе. Все провокации сегодня на Донецком направлении. Противник применял минометы, гранатометы и даже бронетехнику. С подробностями наш военкор Ирина Баглай. Первые сутки, когда на позициях десантников тихо. Перед этим боевики три ночи били по ним из пехотного вооружения. Вадим пристально наблюдает и за движением на позициях врага. На Ясиноватской развязке разительные перемены, новые соединения между блиндажами и новые огневые точки. Они пользуются, когда у нас есть перемирие, особенно когда наступает тишина. Они постоянно продвигаются чуть поближе до нам, начинают копать, потому что нам нельзя стрелять по ним. Все меняется, как только садится солнце. Вместо лопат боевики берут в руки автоматы, пулеметы и гранатометы. Ну, начинается с декількох выстрелов. Дразнят на контакт. То есть выманивают, что просто мы спали за свои позиции. Мы не ведемся на это. Потом же понимают, когда на стрелку не ведемся, начинает работать тяжелым, что мы не походим, если дали им отпор. Вопреки провокациям, десантники держатся. Им хорошо известна тактика противника. В стороне от работающих пулеметов уже засел снайпер, который охотится на них. И когда начинают давать отпор, уже начинает работать у нас товарищ снайпер. Помимо обстрелов, боевики не оставляют попыток приблизиться к позициям десантников. Из коротких дистанций открывают огонь. Деморализовать. Больше всего деморализовать, потому что они, как правило, заходят, огонь ведут беспорядочно. Такое впечатление, что там вынуждают нас открыть по им огонь, воспользоваться этим, снять на камеру и показать, что збройные силы Украины, они не дотримуются мінських домовленостей. Из-за объявленного режима тишины наши защитники не могут вести огонь по вражеским солдатам, возводящим новые укрепления, а также отвечать на артиллерийские обстрелы российских орудий. Все потому, что артиллерию противник держит в черте оккупированного города. Це крайне, тому що вся тяжела техніка в ній стоїть там за Ясиноватською розв'язкою. В полях нічого не стоїть. Вся техніка стоїть, товариші Ясиноваті. Тобто тяжелі. Танки, гради, що у них там є. Мінометка працює оттуда. То, что боевики ведут огонь по позициям военных с северной и западной окраин Донецка, подтверждают в соцсетях и жители оккупированного города. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. Подробности, телеканал Интер. ЧП национального масштаба. Дональд Трамп продлил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с угрозой кибератак. Насколько велика опасность, кого и почему боятся в Белом доме? Все ответы у Дмитрия Анопченко. Указ президента Трампа опубликовал Белый дом. Текст короткий. Продлить режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности еще на год, то есть до 1 апреля 2019. И пояснение, мол, злонамеренная киберактивность продолжает нести чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.
Что за угроза? И неужели она и вправду настолько велика, что необходим режим чрезвычайной ситуации по всей стране? Эксперты признаются, ситуация действительно очень серьезна. В какой-то момент США при всей их мощи осознали, что не просто уязвимы для кибератак. Выяснилось, что их компьютерные сети, что гражданские, к примеру, на объектах энергетики, что правительственные – открытая дверь для хакеров. Иран украл секреты в области торговли и технологий. КНДР похитила план ликвидации Ким Чен Ына. Русские хакеры атаковали компьютеры демократов и пытались в выборы вмешаться. В конце концов, у самого Агентства национальной безопасности кибероружие похитили. Расследование уже год идет, но виновных до сих пор не нашли. И это только то, о чем узнала пресса. ЧП было столько, что без режима чрезвычайной ситуации не справиться. Более того, эта угроза и теперь сохраняется, уверен Майк Помпео, бывший глава ЦРУ и человек, который теперь возглавит Госдепартамент Соединенных Штатов. По его словам, Россия продолжит вмешиваться в выборы и может сделать это уже в ноябре, когда предстоит промежуточное голосование, когда конгрессменов будут переизбирать. Мол, российские хакеры получили доступ к программному обеспечению американских избиркомов. А заменить все эти программы страна уже не успевает. В списке угроз еще и Китай. В Вашингтоне убеждены, что там за хакерами правительство стоит. И Северная Корея. Оттуда постоянно банковскую систему США атакуют. И Иран. А свежий скандал с Cambridge Analytica показал, насколько не защищены личные данные. И каковы масштабы манипуляции общественным мнением. Учитывая все это, Белый дом и продлил еще на год режим ЧП в стране. И собирается выделить порядка 15 миллиардов долларов в бюджете будущего года, чтобы залатать обнаруженные кибердыры. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Обратный отчет. Ровно через год Великобритания должна покинуть Евросоюз. С каким настроением страна собирает чемоданы и уложится ли в срок, узнавала Ирина Иванова. Брекзит не зря называют бракоразводным процессом. Он во многом похож на расторжение отношений с разделом имущества, компенсацией за убытки и четким обозначением прав и границ. Такой сценарий поддержали почти 52% британцев, пришедших 23 июня 2016 года на референдум о выходе страны из Евросоюза. Вскоре эйфория сменилась тревогой. Резко упал курс фунта, посыпались фондовые индексы. Главный идеолог Брекзита, оппозиционер Найджел Фарадж, внезапно ретировался. А сторонник союза с ЕС, премьер Дэвид Кэмерон, объявил об отставке. Но власть поддержала решение народа. В марте прошлого года закон о Брекзите был принят парламентом. И королева спустя 44 года после присоединения Великобритании к Европейскому экономическому сотрудничеству подписала документ о выходе страны из ЕС. Хотя сами избиратели сегодня уже не так уверены в своем выборе. Я голосовал за выход из ЕС, но весь последний год думаю, может, я ошибся. Может, всем, кто совершил эту ошибку, необходимо дать второй шанс? Ничего, продержимся. Мы свое слово уже сказали. Решение принято, поэтому нужно продолжать курс, а не думать о том, что могло случиться, если бы... Процесс застопорился в самом начале. Стороны никак не могли уладить финансовый вопрос. Представьте, что вы сидите в баре, заказываете 28 бутылок пива. И вдруг один из вас уходит, не заплатив. Это неприемлемо. Они должны заплатить. Совместными усилиями вышли на сумму в пределах 40 миллиардов фунтов стерлингов. Также договорились о том, что права граждан ЕС, проживающих в Британии, и британцев на территории Союза не пострадают. Открытым остается вопрос о границе между Северной Ирландией и Ирландией. Процесс развода затянулся до неприличия. Учитывая все сложности, стороны на прошлой неделе договорились, что после формального выхода в конце марта 2019-го Британия еще 2 года будет оформлять Brexit, сохраняя все права члена ЕС, кроме права голоса. Договоренность о переходном периоде Лондон и Брюссель должны закрепить письменно в конце этого года. Ирина Иванова, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. В Киеве автохам напал на водителя скорой помощи. Медики ехали на срочный вызов, но в одном из дворов проездом заблокировала Тойота. На замечание дать дорогу скорой водитель этой машины отреагировал агрессивно. Мужчина, угрожая пистолетом, вытащил из автомобиля скорой водителя и начал избивать, после чего скрылся. Нападавшего объявили в розыск. Такие випадки, на жаль, відбуваються щодня по всій Україні. І за минулий рік зафіксовано сотні випадків нападу на медичних працівників. І для того, щоб якраз попереджати такі ситуації, внесений в парламент законопроект –
який дає можливість безпосередньо медичним працівникам разом з Національною поліцією за необхідності приїжджати на виклики. Також суттю законопроекту є те, що безпосередньо поліція має забезпечувати можливість під'їзду машинам екстреної медичної допомоги до під'їздів, до приміщень, до будівель, там, де знаходиться пацієнт. Масштабный пожар в Киеве. Около станции метро Левобережная загорелся хозяйственный магазин. Из-за сильного задымления все входы и выходы подземки закрыли. Пламя в считанные минуты распространилось на ближайшие МАФы, охватив 100 квадратных метров территории. С огнем около часа боролись 35 пожарных и 8 единиц спецтехники. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания. Возродить сельское хозяйство и обеспечить господдержку фермеров требуют депутаты Тернопольского облсовета. Такое обращение они приняли сегодня к правительству. Подробности у наших корреспондентов. Село Болязубы недалеко от Тернополя. На хуторе домов немного, но только в одном дворе можно увидеть коров. В семье Терлецких 7 детей. Выживают только за счет скота. З худоби багато не виживаємо з худоби. Молоко збирають, то я вам так от зимою, то ще так сяк. Ну а літом вони ж падає, то так не дуже вигідно аж, бо ціни падають на молоко, на те, візьміть вода. Майже та саме, що молоко, і ще й дорожче. Отец большого сімейства на пенсії. Живуть тільки за счет продажі молока. Чаще всього покупають сусіди, но прибыль от этого мінімальна. А содержання коров – удовольствие не із дешевих. Неля Терлецкая говорить, не раз думала продати їх. Но жінка надіється, що государство все ж обратить внимание на таких, як вона. Якби була державна допомога, було б дуже для сім'ї, я думаю, для всіх людей було б дуже добре. Я думаю, що то було б, ну, важливо і дуже. Ну, що може, який апарат був, я б руками не доїла. То дуже важко. Очередная сессия Тернопольского облсовета. На повестке дня более полусотни вопросов. Начинают депутаты с обращений. Представители радикальной партии заявляют, без поддержки государства село не возродить. У нас знищується село. У нас скоро в селі корови не буде, ще динозавр буде в музеї ходити. У нас знищується село. У нас знищується фермерство. Ми пропонуємо звернення, яке дасть можливість відродити тваринництво, щоб примусити Кабмін распределять кошти так, чтобы поддерживать селя. Когда-то Тернопольская область славилась животноводством. Восстановить сельское хозяйство возможно, уверены радикалы, и предлагают свой план. Мы выступаем за то, чтобы была державная поддержка сегодня сельского господарства, в частности, на каждое поголовье худобы. Это минимум 5 тысяч гривен. И, конечно, закупівельная цена на молоко в селян должна быть не меньше 5,5 гривен. В этом году на сельское хозяйство предусмотрено чуть больше 7 миллиардов гривен. 3 из них на животноводство. Планируется также, что фермеры смогут получать бесплатные кредиты на развитие мясомолочного производства. Вот только, скорее всего, деньги разойдутся по крупным хозяйствам, а мелкие предприниматели, как семья Терлецких, их не увидят. Жанна Дучак, Зиновий Автанас. Подробности телеканал Интер, Тернопольская область. Николаевский аэропорт намерен запустить до конца этого года. Об этом заявил губернатор Николаевской области Алексей Савченко. Решил поддержать чиновника и министр инфраструктуры Владимир Амелян. Именно поэтому на модернизацию региона выделили дополнительное финансирование из госбюджета. Подробности в нашем материале. Вокруг Николаевского аэропорта не так давно разгорелся скандал. Директор предприятия и летчик-штурмовик Владислав Волошин совершил самоубийство. Активисты заявляли, якобы он свел счеты с жизнью, не выдержав давления со стороны власти. В Николаеве провели ряд акций. Сам губернатор Алексей Савченко считает, что акции проплачены. Именно поэтому пообещал, что заказных палаток в городе не будет. О семье погибшего Владислава Волошина глава области намерен позаботиться лично. Даже несмотря на болезнь. Как сегодня заявил Алексей Савченко, он тяжело болен и недавно проходил курс лечения за границей. Вибачте, будь ласка, с 5 березня я знаходився в цих процесах. Я не хочу казати, що це лікарняний, бо я настроєн там налаштований дуже рішуче. І коли сталася подія, да, я попросив лікарів і приїхав в Київ.
Уже известно, что дело Волошина передадут столичным следователям. Кроме того, Савченко сообщил, что намерен воплотить инициативы погибшего в жизнь. Говоря о запуске Николаевского аэропорта, губернатор отметил, в приоритете у властей сертифицировать предприятие и ввести объект в единую систему авиасообщения Украины. Я сумлінно, чесно виконую свої службові обов'язки. Я намагаюся будувати Миколаївську область, і я зроблю все для того, щоб ми мали інші можливості. І ми вже на сьогоднішній день зробили. Я вам хочу більше сказати, що на сьогоднішній день я багато створив програм по підтримці воїнів АТО. Багато зробив того, чого не існувало в Миколаївській області 12 років. Министр инфраструктуры Владимир Амелян пообещал Савченко всестороннюю поддержку в этом вопросе и уже выделил деньги из госбюджета. Аграрное противостояние в Одесской области. В Подольском районе против местного руководства восстало большинство местных фермеров, что рассорило селян и чиновников. Об этом далее в материале. Эти земли фермеры Подольского района обрабатывают уже около 20 лет. Договоры аренды ежегодно перезаключают с местными властями. Но в начале этого года неожиданно узнали, документы райадминистрация подписывать не будет, а земли отдаст двум сельхозпредприятиям, приближенным, по данным аграриев, к руководству района. И это при том, что поля уже засеяны, а в почву внесены удобрения. В такой ситуации оказались около 60 сельхозпроизводителей. Склалась ситуация, что люди, которые засеяли землю, не имеют права її убрати, цю землю. Це формується земля в двох руках. Може, це готується для продажу. Це дерибан землі. Своїми опонентами фермери називають главу райадміністрації Руслана Пітака і главу об'єднаної територіальної громади Сергія Паламарчука. Переговори з ними результата не дали, поэтому сьогодні аграрії вийшли на мітинг в центрі Подольська. Требують відставки Пітака і просять центральної власті вмішатися в конфлікт. Я із 94-го року обробляв ці землі, я з них починав, із тих лопатою копав ті землі. О. І вони від мене сьогодні забрали ці землі. Як ви думаєте, можу я мовчати чи ні? Руслан Пітак, в свою очередь, собрал альтернативный митинг. Утверждает, действует по закону. Фермеры, дескать, должны были как минимум за 2 месяца подать заявки на перезаключение договоров, собрать все необходимые документы, но не сделали этого. Все те фермеры, которые жалуются, что их каким-то образом что-то задело или обидело, они нарушили все процедуры, они нарушили сроки. Они ведут антисоциальную политику в районе. В таком избирательном подходе усматриваются элементы коррупции, считают в оппозиционном блоке. Его представители также побывали на митинге фермеров. Говорят, будут обращаться в правоохранительные органы и выносить вопрос на сессию облсовета. Я думаю, что на очередном заседании фракции депутатов областного совета мы будем инициировать, чтобы вопросы критические земельных отношений в Одесской области прозвучали в сессионном зале. Нельзя сегодня так издевательски относиться к людям, которые кормят эту страну. А самое главное, самые терпеливые и самые трудящиеся. Фермеры написали коллективное обращение в прокуратуру. Там, говорят, начали досудебное расследование. Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 364, саме зловживання службовим становищем відповідними посадовими особами. Между тем, не за горами полевые работы, то есть ситуация может обостриться. Фермеры грозятся, если их не услышат, готовы сельхозтехникой перекрыть железные дороги и автомагистрали. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин, подробности, телеканал Интер, Одесская область. Решить проблему уличного освещения планируют в Харьковской области. В регионе стартовала программа «Энергия света». До 2021 года обещают осветить каждый населенный пункт. В области собрали все пожелания граждан, определили наиболее темные участки. С них и начнут. Будут ремонтировать старые столбы и лампы, а также ставить новые легкие металлические конструкции, на которые зимой не налипает снег. В общей сложности за 4 года планируют осветить почти 1800 населенных пунктов. Первым станет поселок Коломок. Там обещают закончить все работы до конца мая. Первым этапом предусмотрено проведение работ в 130 населенных пунктах Харьковской области, в которых проживает более 200 тысяч населения. Будет установлено предварительно более 2000 ламп на 306 улиц
поселков и городов Харьковской области. Велика кількість людей до мене звертається із проблемою щодо освітлення вулиць. Вже заплановано декілька об'єктів і декілька районів. Будемо вирішувати цю проблему, зосереджуючись на освітлення дорог із пішохідними зонами в районах житлових і освітлювати соціальну інфраструктуру. А також будемо освітлювати майданчики і ті зони, в яких люди проводять час. Підійдемо, як завжди, комплексно і швидко, не будемо розтягувати. Енергія світла нарешті дійде до кожного району Харківської області. В Николаеве почтили память погибших во время Второй мировой войны. На 74-ю годовщину освобождения города приехали ветераны, активисты и представители местных властей. К памятнику героям возложили цветы. Кроме того, депутаты Николаевского горсовета сообщили, выплаты участникам боевых действий в этом году увеличили. Теперь 1200 гривен из городского бюджета и 1200 гривен из областного бюджета ежемесячно получают участники боевых действий. Забота о людях старшего поколения в целом и забота о ветеранах, людях, познавших тяготы и лишения войны, безусловно, всегда была и будет в приоритете и нашей партии, и я даже думаю, что это не обсуждается в приоритетах всего депутатского корпуса Николаевского городского совета. В Египте заканчивается последний, третий день президентских выборов. Хотя выбор невелик, кандидатов всего двое, и победитель уже очевиден. Кого поддерживают египтяне и почему страна может скатиться к диктатуре? Об этом в нашем материале. Проголосовать любой ценой. И стар, и млад добирается на участки как может. Ведь штраф за неявку $28. Этот мужчина, например, не может ходить. Поэтому на участок его несет на спине жена. Проголосовать дома люди с ограниченными возможностями не могут. Я ничуть не стесняюсь. Это болезнь. Я тоже могла бы оказаться в такой ситуации. Особой интриги на выборах нет. Кандидатов всего двое. Победитель, судя по соцопросам, очевиден. Это нынешний президент Абдель Фатах ас-Сиси. Единственный его соперник Муса Мустафа Муса даже не скрывает, что поддерживает действующего лидера. Неважно, кто выиграет выборы, каждый кандидат знает свои возможности. Но я вижу, что мы на правильном пути. Критики же утверждают, Сиси вторым сроком не ограничится, а захочет расширить свои полномочия и изменить конституцию так, чтобы стать президентом и в третий раз. Я в этом цирке участвовать не собираюсь. Все реальные кандидаты в тюрьме. В последний момент позвали этого Мусу Мустафу, которого никто не знает. Тем не менее, многие считают его единственным, кто может справиться с угрозой терроризма в стране и поднять экономику. Мы видим, что построены дороги, мосты, возводится новая столица, расширен Суэцкий канал, есть много других проектов. Чтобы так было и дальше, и чтобы мы могли противостоять терроризму, нужно поддержать ас-Сиси. Другие же ситуации в стране недовольны. После арабской весны в 2011-м мы получили право на мирный протест, на свободу слова. Все это теперь утрачено. Мы возвращаемся к тому, что было раньше. Единственная интрига – явка. 4 года назад пришлось продлить голосование на один день, потому что людей на участке пришло слишком мало. Однако ас-Сиси тогда поддержали 97% избирателей. Теперь выборы длятся 3 дня. Из-за этого в школах объявили выходные. Окончательные результаты должны объявить до понедельника. Анна Филь, подробности, телеканал Интер. Разжигание ненависти. По запросу Германии арестован ультраправый активист, который нелегально торговал в интернете оружием. Задержали его в Венгрии и, скорее всего, в ближайшее время передадут Германии. Татьяна Лагунова продолжит. За Марио Рёншем немецкая полиция охотилась больше года. Сначала его искали в Германии, ну а потом и по всей Европе. И вот, наконец, есть результат. Сегодня утром основателя интернет-магазина, который нелегально торговал оружием, задержали в Будапеште. Из столицы Венгрии по почте он высылал своим немецким клиентам газовые пистолеты и стволы с резиновыми пулями, чтобы те, как гласила реклама на сайте, смогли вооружиться и защитить себя от беженцев. Свой интернет-магазин Рёнш так и назвал «Отпугни мигранта».
Речь идет о нелегальном оружии, которое граждане Германии не имеют права просто так заказывать по интернету и просто так без разрешения им пользоваться. По данным немецкой полиции, Рёнш продал оружие на сотню тысяч евро. Кроме торговли, он также модерировал несколько страниц в социальных сетях. На них он размещал материалы, разжигающие ненависть и ксенофобию. Германия уже направила Венгрии запрос об экстрадиции. Чтобы принять решение о выдаче, у Будапешта есть 2 месяца. К ответственности будут привлечены и клиенты Рёнша, их более сотни. Всем им грозят солидные денежные штрафы. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте podrobnosti.ua, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.